Попап окна просмотр изображений. Есть оконная библиотека Core Popup. Она используется для работы в публичной области. Ну, выводит окна, условно, да, то есть заготовка под окна. Снизу вы видите на данном слайде некие примеры из корпоративного портала. Вот это Core Popup. Работа не самая сложная. Говорим, что мы хотим использовать Core Popup. Потом инициализируем Popup. Вносим контент и показываем. Давайте рассмотрим на примере. Попап окна. В начале PHP. Ну, содержание. Соответственно, подготавливаем, точнее говорим, что мы используем Core Popup. У нас есть скрытый div, в котором есть некое содержание. Соответственно, мы инициализируем наше окошечко. Попап окно, называем его callback, callfeedback, говорим, что оно у нас использует клавишу escape, иконочку, background какой-то красный будет, да, вносим в него контент, обращаемся к div, к тегу с айдишником hide block и выбираем его все содержание, да, то есть вот это вот все попадет. Вот, и назначаем событие, когда мы кликаем по какому-то тегу элементу с классом CSS popup, мы вызовем функцию, которая, собственно, наш popup и покажет. В данном случае мы использовали bxproxy, который передали наше popup окошко. Ну, соответственно, давайте посмотрим. Вот сюда мы будем кликать, что мы увидим. Задний фон и содержание. К сожалению, верстку я здесь никакую не делал. Вот этот задний фон, он проецируется на весь объект, к которому привязались. То есть, давайте я сейчас покажу. Вот наш скрипт. И вот этот задний фон будет на весь Windows Body. Просмотр файлов. Core Viewer отвечает за просмотр файлов, изображений, текстов, документов и тому подобное. По поводу изображения. Работает везде. Простейший код, в котором мы для тега image передаем некие атрибуты. В данном случае мы показываем, что это за просмотрщик. Image, там title задаем, родную картинку, картинку для скачивания, маленькую картинку. Вот. И назначаем обработчик, который по клику на картинку мы откроем большой поп-ап. Давайте посмотрим. Просмотрщик изображений. Вот наши две картинки подготовлены. Посмотрите, да? То есть тут, в принципе, наверное, так неудобно смотреть. Здесь мы задаем адрес маленькой картинки, адрес большой картинки, адрес для скачивания картинки, какие размеры нас интересуют. Мы причем их делаем два изображения. И назначаем наш просмотрщик изображений. Кликаем, соответственно, видите, да, можно скроллить вправо-влево, закрытие, совершенно другое изображение подгружается. Это следующая коробочка, здесь тоже какой-то контент есть. По поводу файлов, значит, работает в core-портале. Давайте я вам покажу. Вот я сделал проверочку. Смотрите, вот видите, файл viewer image, да? По клику у нас загружается Google Doc, в котором выводится некое содержание. В принципе, можно работать.